Друзья, всем привет! Считаю своим долгом сделать такое небольшое поздравительное видео своих подписчиков. Спасибо вам, что вы есть у меня. Я думал, вас не так уж и много, а оказалось, что не так уж и мало. Моему каналу два года всего-то, и у меня уже вот я смотрю 11744 подписчика. Это очень даже круто. Я считаю каждого подписчика и уважаю каждого подписчика своего канала. Конечно, не хейтеров, а именно подписчиков, которые меня поддерживают, которые мне пишут, которые мне иногда помогают каким-то советам. Спасибо, что вы есть. И я решил сделать такое минимальное видео, э, в общем, о 2020 году. Ничего не будет негативного в нем, я не буду вспоминать все негативные моменты этого года, э, вспомню только позитивные и воспользуюсь идеей Станислава Степаненко, моего товарища и начальника. Проскроулю свой инстаграм, и посмотрим по инстаграму, какой же был у меня год. Кто, кстати, не подписан на мой инстаграм, подписывайтесь. Я пытаюсь максимально много информации туда размещать. Намного больше, чем на свой канал. Ну, в инстаграме это намного проще. И у меня был не такой насыщенный год по инстаграму, как у многих моих знакомых. Ну, у многих и этого не было. У многих там одна фотография за весь год. Почему так? Потому что никуда никто толком не выезжал. Полгода вообще все сидели заперти в своих городах. И с страны, в принципе, никто никуда не выезжал. Максимум там какой-то Египет, Турция и все. Что касается именно Украины. Может, в других странах СНГ по-другому было. И советую вам тоже пролистнуть свой Инстаграм и вообще вспомнить, что же у вас было хорошего, позитивного за этот год. И если вы чего-то там не добились, напишите себе это в заметках на следующий год, что нужно обязательно сделать. Я себе примерно так уже сделал. В принципе, я доволен тем, как закончился мой год. То, чего я добился за этот год. В принципе, то, что я себе вот поставил задачи, я их э, почти все выполнил. Кроме того, что не попутешествовал. Было в планах очень много путешествовать на велосипеде для этого я собрал свой туринг-бумтрек. Но. К сожалению, не вышло по путешествиям так как хотелось по другим странам, но неплохо попутешествовал по Украине. Увидел много-много разных каких-то моментов. Вот так вот живешь в своей стране, ничего не видишь. А вот был повод посмотреть и узнать о своей стране немножко больше. И начнем же. Мой год начался вот я смотрю по инстаграму с 10 января. 10 января это вот мы поехали с Сашей. Ляпотой и Сашей Кубом Просто покататься на его джимне Еще тогда не полностью подготовленным Не таким, как сейчас он у него есть Было очень прикольно Мы там готовили, если не ошибаюсь, плов Мы покатались, было очень душевно Если не ошибаюсь, нас было четверо Еще вроде бы был Андрей там было все очень классно и мне понравилось, после чего я очередной раз захотел себе внедорожник. Напоминаю, у меня был внедорожник, я откатал 6 лет на нем и мне пришлось его продать по одной простой причине – покупка квартиры. Вот я квартиру уже свою почти выплатил. Это вот одна из моих, один из моих пунктиков на 2020 год. Пока что я им потихоньку справляюсь. И второе это у меня была покупка машины. Об этом чуть попозже. Так, следующее в моей ленте Instagram. У меня очень много в ленте просто воспоминаний за прошлые года я пофоткал. Так, следующее у меня это я 21 января уже собрал себе Туринг Бомб Трек что было очень даже круто. То есть, как бы год начинался очень классным. То есть, я в декабре поехал еще в Словакию, мы там отметили какое-то там Рождество вроде мы отмечали. Типа предрождественский такой как праздник был вот у нас 25 декабря, судя по моему инстаграму. А вот потом у меня началось как бы вроде классно, и тогда еще ничего не предвещало беды, никто не знал про карантин, и вообще... Какой будет 2020 год? В принципе, начиналось все позитивно и классно. Но мы не будем о негативном, как я уже сказал. После того, как я себе собрал бумтрек, я много катался, было все очень здорово и классно. Потом я себе вот... Взял покататься электроподвес. Вот мы с моим товарищем 25 января катались по лесу на электроподвесе. Я брал хайбайк, о нем же я снимал потом э, отзыв. И вообще, нужен ли электровел? Это есть на канале, можете глянуть. Полезное видео. И для себя понял, что электровел это второй вел, который я хотел бы себе. И до сих пор хочу. Это у меня вот на 2021 год такое вот желание. Я себе хочу электровел. Они очень дорогие, я пока что не знаю, как я это все решу, потому что денег на него вообще нет, от слова вообще, потому что у меня вот квартира, и это сейчас у меня первое и самое важное, что может быть. Если вы будете смотреть себе электроподвес, я считаю, что нужно брать из электро только подвес, потому что на нем комфортней и максимальные хода. Вот если там есть 180 хода, берите, это круто, ты как на мотоцикле себя чувствуешь, и скажу для тех, кто там говорит, что там те лень там педали крутить, нет, это ассистанс, он тебе помогает, там можно его вообще выключить, а можно включить его на турбо, Ехать там на Эверест куда-то там вверх, ну, я утрирую, что будет очень даже прикольно. То есть, такой интересный вел покататься по грязи, по снегу, по песку, э, очень классная штука. И я думал, я его куплю вот в 2020 году, но ничего даже не приехало. И с поставками в следующие года велосипедов, без разницы какого бренда, будет все очень грустно и печально. И вот нужно брать то, что вот то, что есть, то и брать, к сожалению, вот так вот. И вот электроподвесы тоже, они не приезжали. То, что можно взять под заказ, ну, это очень дорого. Моя мечта, вот я честно хотел бы себе Санта Cruz Бюлет. Это новый Санта Cruz у которого интересные вот колеса, как для меня, миксет. Передняя 29, сзади 27.5. Вот такого плана вел я себе хочу. И только вот карбоновый, чтобы он был максимально легкий. Но даже максимально легкий вел у Санта Круза весит что-то там 21-22 килограмма. Как-то так. Вот я брал хайбайк, он весил 26, что очень много. 22 чуть-чуть попроще. Следующий мой пост тоже с электровизмом. Белом. А, так, это этот же день И вот я уже полностью собрал, собрал свой вел 19 февраля По фотке это уже прям тепло Я на уличке прям в флисовом костюмчике И уже было очень классно вот сейчас вот я тоже жду, чтобы уже был середина февраля Это вот как каждый год показывают уже солнце Классно, никаких туманов и все очень даже круто Что на данный момент, сегодня... 31 декабря и не очень хорошая погода. Хотя вот плюс 9 в Киеве. Так, следующий мой пост я уже катаюсь 23 февраля на велосипеде. И вот радуюсь своему новому бумтреку. Только обкатываю его, еще ничего не пообвешивал его толком, только сумочка на руле висит. Вот, следующий мой пост, уже 25 февраля, я себе купил трек Роско, вот даже такой вел у меня был за 2020 год, это трейловый Хартейл, трек, у него 120 или 130 мм хода вилки, там дроппер стоит на 27,5, плюс плюсах он идет в таких колесах, 27,5 на 2,8, я тогда поставил 27 на 2,5, вот я на нем катался, радовался, он у меня был очень стильный, красивый, такой бирюзовый, с коричневыми танволами на, на, на покрышках, и я на нем покатал, покатал, покатал и понял, что я хочу себе подвес. И вот уже смотрю, 26 февраля у меня фоточка с подвесом. Это была Merida One 20 9600. В красном цвете. Хороший вел. Мне он очень нравился. Вот я как на нее только подсел. Я продал Росков, и я чуть-чуть подзабил на свой бомтрек. Я на нем почти не катался. И в основном катал на этом подвесе. Я на нем откатал очень много. Вот по моему инстаграму, что это, где это мы. Вот я ездил, загородный комплекс называется Тихий лес, он где-то там в Черкасской области. Вот туда мы поехали с этим велом уже. И один этот мы взяли, и второй мы взяли там электровел. И вот моя Ина от электровела прям кайфанула. Поначалу она не поняла, в чем смысл. Вот минут через 10 я уже не мог забрать у нее велосипед, и мне приходилось кататься на моем обычном, а она катала на электро. Следующая фоточка у меня 27 марта. Тоже мой подвес. Я им очень был рад. Крутой вел. Я вот Реально потом пожалел раз 40, что я его вообще продал. Там была цена, качество, оборудка. Крутой вил. Из того, что я сейчас помню, там была вилка Сектор с Debon Air системой, NX был с RAM и неплохие Dior были тормоза. И дроппер, там был 130 мм вроде вылет. Такой алюминиевый прикольный подвес. Реально мне его с головой хватало, я вот на нем откатал, ну я на нем прилично откатал, наверное, тысячи три на нем фигачил, типа за небольшое время. Я не помню, почему продал. Скорее всего, я хотел себе взять там какой-то карбоновый Санта-Круз, что потом, наверное, я посчитал, что это плохая идея. И что же я потом сделал? Вот, с апреля я плотно подсел на рыбалку. Да, я еще и рыбак, даже снимал что-то о рыбалке, но уже о нормальной рыбалке я еще не снимал. Буду в скором времени что-то снимать и выпускать, что-то интересное хочется. Может быть, какие-то коллаборации с Сашей Лепотой, Сашей Кубом. Может, их подсажу тоже на рыбалочку. Я даже себе взял нагрудное крепление для рыбалки. Так, вот у нас начинается карантин, судя по моей фотке. 7 апреля я уже в масочке стильной. 12 апреля вот я вот уже позже, что я ловлю. Вот у меня уже нормальный даже спиннинг, сумочка. И я уже плотно начинаю заниматься рыбалкой благодаря моим хорошим друзьям. 29 апреля я опять поехал на своем подвесе, опять в этот загородный комплекс Тихий лес. Интересный комплекс, в нем что-то есть, он очень дорогой. И вот это единственный его минус, но там вот душевно и круто, вот ты вот как-то вот наедине с природой, и в этих краях Тарас Шевченко писал свои стихи, и Гоголь тоже, кстати, именно в этом вот селе, там есть такой дом отдыха, и там есть прям сосна Гоголя, он под ней писал стихи, дуб Шевченко там есть, такой очень старый, и вот они там тусовались, вот эти писатели писали, там вот душевно, и не просто так они там находились, потому что вот ты находишься там, и вот, ну, круто там. И вот в это место я вот последних полгода очень часто езжу на рыбалку с своим товарищем и кайфую. Дальше пошла опять моя рыбалка уже плотничком. Так. Потом мы поехали в Одессу. Вот я смотрю, 23 мая, то есть в мае мы были в Одессе, там было очень тепло тогда. Это было день рождения моей Ины, и я вот там тоже был на 120. Я, честно говоря, кайфовал этим подвесом. Недорогой подвес, но реально крутой. Так, дальше я походу его продал, потому что дальше пошел у меня туринг. 6 июня я уже полностью на туринге, уже у меня нету подвеса. Вот, потом я подсел немножко на сапборд. Вот я смотрю, когда это у нас... С 27 июня мы уже катаемся на сапах с сыной и уже очень жарко в Киеве, как никогда в июне. И вот мы катались на сапах. Для себя я открыл нереально крутые озера. Об этом, кстати, есть видео у меня на канале. Я их как-то назвал там украинские Мальдивы. Там было нереально круто, бирюзовая вода. И, к счастью, таких мест под Киевом вообще в Украине очень много. Есть в Винницкой области, в Ровенской области, в Киевской вроде тоже есть такое озеро. Там очень круто. Мы туда брали с собой саборды, катались. Нереально огромное озеро, красивое было, теплое очень это озеро. Потому что лето было очень жарко. И вот у меня с этим озером ассоциируется очень хорошие воспоминания и много разных видео и фото есть даже в Инстаграме и целое видео, как я уже говорил, на Ютубе. Потом я для себя открыл Киевскую область, Киевское море. Мы туда ездили очень часто с Иной. Там вот с Гамачком мы туда ездили отдыхать. Так с семьей было очень даже мило. И вот то, что я помню. По Инстаграму эта фотка опоздала. 1 июля я это запомнил, потому что это день рождения моей тещи. Я себе купил автомобиль. Решил приобрести вот у меня его не было 2 года и я вот себе купил RAV4 хорошая машина, я и рад она в принципе исполняет все свои задачи я на ней езжу и на рыбалку я немножко там затюнинговал, об этом есть видео, я и лафет катаю там с лодкой, Вообще, в принципе все задачи она исполняет, это 2002 года машина, я ее купил за 7000 долларов, еле нашкрябал эти все деньги продал подвеску, чехлама что-то взял в кредит даже деньги какие-то от Монобанка и купил себе машину. Недорогая, но она реально хорошая. Но это не моя мечта. Моя мечта это джип Wrangler Рубикон или же вот новый вот сейчас вышел Бронко. Очень мне нравятся вот эти два автомобиля. И я вот хочу стремиться вот посыл в космос давать, чтобы купить какую-то из этих машин. Это не самое важное в жизни, но вот в таких машинах есть душа, и такую вот машину покупаешь и надолго. Дальше мы отмечали день рождения Тимофея в каком-то загородном комплексе. Очень даже милом, смотрю, там бассейн, все остальное. Это было у нас 19 июля. Дальше мое день рождения, 28 июля. Мне товарищи сделали подарок, сюрприз. Параплан там был, они меня привезли куда-то в поле, вернее, я их привез, они говорили, куда ехать, мы заехали в какое-то поле, потом приехали какие-то ребята на какой-то машине, и я думал, и мне там заставят с парашютом прыгать, ну, мы летали на параплане, об этом есть тоже небольшое видео в инстаграм, я там наклепал на минуточку, душевное, спасибо им за такой подарок, это было очень круто, дальше мы поехали после моего дня рождения, вот 6 августа, мы были на Кинбурнской косе, я на нее уже ездил второй раз, и вот со второго раза я снял видео о Кинбурнской косе. Оно тоже есть на канале. Полезное видео для тех, кто хочет там поехать на море и вот рассматривает Кинбурнскую косу. Я там рассказал, как лучше туда ехать на машине или на пароме. Вот за спойлер лучше ехать туда на пароме, а не на машине. Так, вот Кинбурнская Кинбурнская коса. И вот была у нас выставка 19 августа. Фоточка с казаком. Если никто не знает, есть Казак ТВ. Такой парень снимает тоже о велосипедах. Наш такой вот товарищ. Дальше у меня опять рыбалка. Вот я очень жестко подсел в этом году на рыбалку. Я когда-то в детстве рыбачил, но в этом году у меня профессионально подсел, но с профессиональными снастями и все такое. Кому интересно, тоже подписывайтесь в Инстаграме. Я там очень часто позже что-то про рыбалку. И вот на канал надо тоже что-то постить, надо этим заняться. И напишите, кстати, какой интересен вам больше контент. Велосипедный, там, машинный, Рыбацкий или еще какой-то вот, чтобы вы хотели видеть на моем канале. Так, что у нас дальше? Дальше мы поехали с сыной в Карпаты. Это у нас уже был сентябрь, даже октябрь, это уже была осень, 2 октября. Мы вот в Карпатах, мы много там наездили. Я там был на машине, взяли мы с собой велосипеды, на велосипедах мы там так и не покатались. Потому что все подъемники были закрыты, уже нельзя было с велосипедом кататься, они закрыли тебя типа, подготовка к зиме и ну и мы катались в основном типа на машине. Везде на горы заезжали на машине или пешком. У нас такой был пешо-машинный там вот движ. Вот мы так и не покатались там, к сожалению, на велосипедах, потому что было негде. Ну, зато много пешком проходили, на все горы позалазили. Было очень даже классно. Так, дальше у нас вот пошел Киев. Мы катались по Киеву много на велосипедах. Потом лес, рыбалка, и все. И закончился наш год. И теперь вот мы сейчас здесь. Судя по моему инстаграму, мало что было из того, что хотелось. На самом деле хотелось попасть и во Францию, и в Испанию, и в Германию, и в Австрию. Короче, типа поездить. Но ничего из этого не вышло, к сожалению, и не факт, что выйдет это на 2021 год. Но нужно быть оптимистом: все будет и все будет хорошо. Друзья, и самое главное. С Новым Вас годом, счастьем, здоровья, всего лучшего и до скорых встреч в следующем 2021 году. Ставим лайк этому видео, подписываемся на мой YouTube, подписываемся на мой инстаграм и до скорых встреч!